Волга – Ахтубинская пойма. Край озер, ериков и зеленых лугов. Даже не верится, что буквально рядом раскинулись сухие, выжженные на солнце степи. Для местного хозяйства совхоза Заплавинский Ленинского района такие луга – целое богатство. Как же им здесь распоряжаются? Вот характерный пример. С прошлого года в хозяйстве осталось 370 тонн заготовленного сена. Еще 500 продали соседям. Так что травами ферма обеспечена с избытком. А за этими цифрами каждодневная забота о природных сенокосах. Луга подкармливают минеральными удобрениями, но делают это далеко от воды, чтобы не навредить рыбе. Вносят удобрения поздней осенью, когда не угрожает паводок. Используют на подборе волков так называемую рулонную технологию, которая сокращает число промежуточных операций, а значит меньше травмируется почва. Но все эти меры недостаточны для дальнейшего повышения урожайности лугов, чтобы ценным и дешевым кормом можно было бы снабжать и хозяйства других районов области. Во-первых, не хватает пресс-подборщиков, а запасных частей к ним практически нет совсем. Мы очень много берем с этих лугов и ни в коей мере не даем того, что надо. Одно единственное, значит, орошение естественное за счет залива паводковыми водами, оно же, конечно, не восстанавливает плодородие почвы, которая разрушена нашими машинами. Поэтому, естественно, ставится вопрос о коренном улучшении и, может быть, и о поверхностном частичном улучшении.